Неучебная тревога. Этим утром жители Украины вставали под военную сирену. Владимир Путин объявил спецоперацию. На территорию самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР зашли миротворческие войска. Украина в ответ объявила мобилизацию. С утра в интернете стали появляться видео взрывов. Российская Минобороны заявила: «Бомбим только военные объекты». Через несколько часов после начала спецоперации жители Украины стали пытаться покинуть крупные города, эвакуироваться в ближайшие страны. На дорогах пробки, жители в панике. Нам удалось связаться с жителями Донбасса, чью независимость два дня назад признала Россия и несколько стран. Люди в ДНР и ЛНР говорят, что у них к происходящему относятся иначе. Люди настолько привыкли ко всему этому, что даже не возникает паника. Город живет своим ритмом, скажем так. Молодой человек объясняет, военная обстановка в их жизни не прекращается с 2014 года. В 2016 она перешла в фоновый режим, сейчас обострение. Тем не менее, единого мнения происходящему жителей Донбасса нет. Помощи населения Луганской и Донецких республик ждало точно. В каком виде она должна была прийти, это непонятно. Но самое главное, чего все ждали, это чтобы здесь установился мир. По мнению алтайского политолога Константина Лукина, для жителей России спецоперация мало что несет. А в политическом и стратегическом плане действий спустя 8 лет после Крымской войны эксперт одобряет. Мы пережили тех, кто мог выступать против. Пробовали выйти на Европу, Америку и все остальные зависимые страны со своими требованиями. Но, не получив ничего в ответ, войсковая операция, которая действует с точки зрения Блицкрига, оправдывает все, что существовало до этого. Кроме военных действий, сейчас многих россиян волнуют экономические последствия. Местные эксперты уже не советуют менять рубли на доллары. Курс валют скачет. Но маленький лайфхак эксперт все же подсказал. Я, допустим, деньги спокойно перевел сейчас на всякий случай на карту МИР. Ну так, на всякий случай. Некоторые общероссийские и местные эксперты уверены, долгими военными действия не будут, а в крае готовятся принимать беженцев. Правда, точное количество людей, которых у нас готовы принять, власти пока не называют. Анастасия Дороган, «День с толком».